На канале Слуцк ТВ программа ЧП Слуцк. И я его ведущая Екатерина Никитина. Чрезмерно выпитый алкоголь приводит к непоправимым последствиям. Так, совместное распитие спиртных напитков жителей одного из населенных пунктов Слуцкого района привело к убийству. Подробности у представителя Слуцкого районного отдела внутренних дел. 39-летняя женщина в ночь на 9 декабря в одном из сельских населенных пунктов Слуцкого района после совместного распития спиртных напитков в ходе возникшей ссоры нанесла своему 56-летнему сожителю несколько ударов ножом, от которых последний скончался на месте происшествия. По данному факту Слуцким районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь. К сожалению, не существует страховки от ситуации, при которой против законопослушного человека может быть составлен заведомо ложный донос о совершенном преступлении. Правоохранители, стоящие на страже закона, в состоянии защитить законопослушного гражданина от несправедливых обвинений. На Слуцке произошел один из подобных случаев. Подробности у представителя Слуцкого районного отдела внутренних дел. 39-летняя жительница города Слуцка, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершенном преступлении умышленно с целью привлечь к уголовной ответственности своего сожителя, заявила о причинении ей последним телесных повреждений, что не нашло подтверждения в действительности. По данному факту Слуцким районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь в отношении женщины возбуждено уголовное дело, предусмотренное по части 1 статьи 400 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В первой половине декабря в Слуцком районе произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. 8 декабря на территории Слуцкого района 29-летний житель города Слуцка, управляя личной автомашиной, совершил наезд на попутно движущегося пешехода, находящегося на его полосе движения, в результате чего последний с различными травмами госпитализирован в реанимационное отделение Слуцкой центральной районной больницы. Водитель трезв. Пешеход световозвращающими элементами обозначен не был. По данному факту Слуцким районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. На территории Слуцкого района проводится также профилактическая акция «Безопасные каникулы». В рамках этой акции особое внимание будет уделяться сотрудниками милиции общественной безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения вблизи дошкольных, учебных заведений, а также соблюдению водителями правил проезда пешеходных переходов. Три разных выезда пожарных. В первой половине декабря на Слуцке произошло три пожара. Два из них горели транспортные средства. Один пожар произошел в жилом доме со смертельным исходом. Подробности у представителя Слуцкого РУЧС. 7 декабря в Центр оперативного управления Слуцкого РУЧС поступило сообщение о том, что по улице Ленина в городе Слуцке горит автомобиль. По прибытию подразделения МЧС было установлено, что горит автомобиль Volvo S60 открытым пламенем. В результате пожара автомобиль сгорел полностью. Проверку проводит районный отдел Следственного комитета. 11 декабря в населенных пунктах Слуцкого района сгорело два трактора. В результате загораний оба трактора сгорели полностью. Загорание произошло в пути следования. Проверку по факту данных происшествий проводит ГАИ. Ночью 15 декабря в Центр оперативного управления Слуцкого РУЧС поступило сообщение о загорании жилого дома в одном из населенных пунктов Слуцкого района. Подробности у представителя Слуцкого РУЧС. В прибытии к месту вызова сотрудниками Слуцкого РУЧС установлено, что горит жилой дом открытым пламенем. Дом деревянный, одноэтажный. В процессе тушения пожара был обнаружен погибший муж хозяйки, 1971 года рождения. Причина пожара устанавливается. В результате пожара дом выгорел изнутри. Безопасный Новый год в учреждениях образования. Подробности смотрите в нашем следующем сюжете.
В Слуцком районе проходит второй этап акции «Безопасный Новый год». Спасатели посещают учреждения образования, где рассказывают ребятам основные правила поведения на льду, правила пользования пиротехническими изделиями и напоминают меры предосторожности в суровые зимние холода. Результаты тематических викторин, проводимые в ходе мероприятий, показали, что подрастающее поколение слуцчины обладает большим багажом знаний в области безопасности жизнедеятельности. А это говорит о том, что в районе на высоком уровне организована работа по обучению детей основам безопасности. В конце каждого мероприятия были продемонстрированы тематические видеофильмы. В универмаге «Слуцк» сейчас на данный момент проводится акция совместная со всеми организациями, среди организаций медицинских учреждений и образовательного учреждения. Слуцкий государственный медицинский колледж принимает участие. Мы проводим мастер-класс по обучению оказания первой помощи. Здесь также участвуют волонтеры нашего медицинского колледжа, и они измеряют давление и раздают различные брошюрки, листовки по здоровому образу жизни. Основные правила безопасности при запуске петард и фейерверков. Что нужно знать, чтобы не стать жертвой несчастного случая? Смотрите в нашем следующем сюжете. Покупать пиротехнику нужно только в магазинах. Петарды и фейерверки должны быть заводского изготовления, в заводской упаковке, сертифицированы и с инструкцией. Тщательно изучите перед запуском инструкцию. Вам должно быть больше 15 лет. Если фейерверк-лопушка не сработали сразу, то подходить к ним можно не раньше, чем через 15 минут. Не бросайте горящие петарды в людей и животных. Не задерживайте горящую петарду в руках. Нельзя помещать петарду в замкнутый объем – банку, ведро, бутылку. Категорически запрещается сжигать фейерверки на кострах. Ни в коем случае не разбирайте пиротехническое изделие. Не носите петарду в карманах, под одеждой и не курите во время работы с ней. Данные о свод неутешительные. По оперативным данным о свод Слуцкого района, с начала года по начало декабря от утопления погибли 3 жителя Слуцкого района. Один из них летом при купании, второй при падении в воду и третий при подводной ловле рыбы. Электронная очередь теперь и во взрослой поликлинике. Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. Я начал функционировать аппарат для распределения очереди. Значит, он был поставлен для того, чтобы увеличить доступность пациентов к окошкам для получения талона. Раньше у нас работало 3 окошка, сейчас у нас на выдачу талонов работает 4 окошка. Одно окошко у нас справочное, одно окошко для получения амбулаторной карты. Таким образом, люди, которые в аппарате получили талончик, они видят на мониторе свою очередь. Пациент подходит, не надо ждать возле окошка, можно за это время посидеть. Впереди Новый год и Рождество. Праздничные мероприятия и застолья. Что делать, если переоценил собственные силы и съел оливье в 2 раза больше? Советы о том, как оказать первую помощь при переедании или алкогольном отравлении, даст врач Слуцкой районной центральной больницы. Но самое главное правило – это не переедать, то есть употреблять умеренно. Все праздники сопровождаются приемом традиционно у нас алкоголя. Значит, употребление алкоголя тоже в умеренных дозах. Острое, жирное, жареное, копченое в больших количествах провоцирует обострение и жирная пища, обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Салаты должны быть на растительном масле, а не на майонезе. Чистая вода и побольше фруктов. А подскажите, вот недавно я узнала о том, что фрукты такие, особенно цитрусовые, они вызывают фибродрожение в желудке. И в принципе, сочетание жирной пищи и фруктов, это тоже может вызвать какой-то дискомфорт. Либо это все-таки неправда. Ну, если вы съедите килограмм апельсин, конечно, да, оно не только брожение вызывает, но и аллергическую реакцию. Поэтому во всем должна быть умеренность. Если вы съедите один апельсин или пол апельсина и жирной пищи съедите не огромную тарелку, а маленькую порцию, никаких проблем не будет.
И на этом сегодня все. Это была программа ЧП Слуцк. И я его ведущая Екатерина Никитина. Ищите нас в социальных сетях. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Телепрограмма Слуцк ТВ желает вам в новом году море счастья, океан любви, крепкого здоровья. А программа ЧП Слуцк как можно меньше чрезвычайных происшествий в вашей жизни. До новых встреч в новом 2020 году.